Согласно плану мероприятий по расширению международного сотрудничества между Каршинским государственным университетом и Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, было подписано новое двухстороннее соглашение, в результате чего состоялось открытие совместного образовательного центра двух вузов. В перспективе данного проекта создание в новом 2020-2021 учебном году филиала Белгородского университета в Карши и, как следствие этому, совместного факультета и образовательных программ магистратуры по специальности русский язык, литература, а также биология. Началось сотрудничество между двумя вузами в 2016 году. Сегодня они воплощают в жизнь уже второй проект совместной образовательной программы. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, который я здесь сегодня представляю, это известное учебное заведение в России, которое входит в число ведущих вузов и в ассоциацию ведущих вузов России. Туда входит 41 университет. Об этом говорят наши позиции в самых престижных международных рейтингах. Это рейтинги QS, Times Higher Education, Шанхайский рейтинг. Мы имеем в своих рядах более 3000 иностранных студентов из 92 стран мира. В том числе у нас обучаются студенты из всех стран СНГ. И около 400 студентов из Узбекистана. Мы хотели бы с Узбекистаном иметь более тесные контакты и с вузами Узбекистана. Тем более, что сегодня ваш президент, что нам импонирует, ставит задачи вхождения узбекских вузов в мировое научно-образовательное пространство. Это то, над чем мы работаем последние 10 лет, где мы имеем определенные успехи и достижения. И нам хотелось бы поделиться со своими друзьями из Узбекистана всем этим и со своей стороны, конечно, поучиться чему-то интересному, а мы видим, что у вас тоже есть много интересного, и принять это для себя. Каршинский государственный университет имеет большой опыт партнерских связей, сотрудничества с 56 вузами СНГ, Евросоюза и Центральной Азии, активируя взаимодействие сферы науки, открывает перед студентами Каршинского университета новые возможности и перспективы. За прошедший период в соответствии с соглашениями КГУ и образовательными учреждениями Российской Федерации была разработана совместная программа в формате 3+1 по обмену студентами, которая реализовывается с нового учебного года. Более 40 профессоров из-за рубежа проводят лекционные занятия для студентов Каршинского университета. Со стороны партнера было предложено составление дорожной карты по повышению конкурентоспособности вузов, по специфике повышения качества. Это, конечно, нас обрадовало, потому что для развития Каршинского государственного университета была такая необходимость, да и потребность именно составления такой дорожной карты. Мы, соответственно, услышали как бы предложение Олега Николаевича Полухина, как повышать публикационную активность в высокорейтинговых журналах Scopus, Open Access и других системах. Несомненно, что прошедший в столице нашей Родины в прошлом году первый узбекско-российский образовательный форум «Новые кадры для новой экономики» сыграл важную роль для выведения сотрудничества между вузами двух стран на новый уровень, внося весомый вклад в обеспечение республики кадрами нового поколения. Кашкадарья, Замира Бабаназарова, Равшан Ахмонов для канала «Узбекистан-24».